мюзикл в истории школы монстров, Бу-Йорк, Бу-Йорк вырвался с экранов мониторов и планшетов и покоряет города и страны. Казахстанский сайт Monster High.kz запустил музыкальный конкурс «Стань звездой Monster High», где каждый житель Республики Казахстан может принять участие и снять свою версию клипа на песню «Мы звездочки» из мультфильма «Бу-Йорк, Бу-Йорк». Записав свое видео и загрузив его на сайт, у тебя будет возможность занять первое место и выиграть суперприз – поездка в Нью-Йорк, плюс билеты на лучший мюзикл Бродвея «Wicked». Мюзикл авторства Стивена Шварца и Уинни Хольцман, основанный на романе Грегори Магуайра «Злая. Жизнь и приключения злой западной ведьмы». События мюзикла происходят параллельно с сюжетами художественного фильма 1939 года «Волшебник страны Оз» и романа «Удивительный волшебник из страны Оз» Клаймана Баума. Повествование ведется от лица двух ведьм страны Оз – Эльфабы, девушки-изгои зеленой кожей, будущей злой ведьмы Запада, и Глинды, привлекательной и амбициозной девушки, ставшей впоследствии доброй ведьмой Севера. В мюзикле рассказывается история взросления двух девушек, их соперничество в борьбе за одного возлюбленного. Также сайт Monster High.kz приготовил еще 9 потрясающих призов, 3 игровых набора катакомбы школы монстров и 6 эксклюзивных кукол с выставки Комик-кон ждут своих обладателей. Но это не все, что я хотел вам сегодня рассказать. На YouTube будет проходить свой конкурс, мы будем искать своих талантов и суперзвезд. Блогеры из разных стран объединились и приглашают вас на грандиозный музыкальный конкурс. Марина МДМ и Наташка Тельняшка, Россия. Елена Судакова, Израиль. Тиширский кот и Кэмет Алекс, Украина. Вилана Тойс, Казахстан. Вместе будут искать таланты и награждать победителей. Огромный призовой фонд кукол Monster High и 1000 зрителей уже ждут тебя. Всем привет, с вами снова я, Вилана. Сегодня я и мои друзья-блогеры приглашают тебя принять участие в нашем совместном творческом конкурсе «Звезда мюзикла». Тебе нужно снять видео, где ты поешь любую песню из мюзикла «Бу-Йорк, Бу-Йорк». Сделать это нужно как можно более оригинально. Возможно, даже подключить друзей и подруг и снять совместное видео. Мы знаем, какие вы у нас творческие и как каждый конкурс вы удивляете нас своими талантами. Поэтому я просто уверена, что и в этом новом конкурсе найдутся свои звездочки с потрясающими клипами. Для участия в этом конкурсе необходимо быть подписчиками всех каналов. NGM, Ангель Вилли, Кеширский кот, Наташка Тельняшка, Кэмет Алекс и Вилана Тойс. Переходите по ссылкам на эти каналы и подписывайтесь. Снять видео или клип на любую песню из мультфильма «Бу-Йорк, Бу-Йорк» и в начале видео сказать, что этот конкурс от каналов MGM, Вилана Тойс, Ангель Виль, Кэмет Алекс, Наташка Тельняшка и Кеширский кот. Далее выложить это видео на вашем канале с названием «На конкурс Звезда мюзикла». Прислать заполненную анкету и ссылку на ваше видео вам необходимо на почту MGM Конкурс. Анкету я оставлю в описании к этому видео. После этого мы посмотрим твое видео, и если в нем не будет никаких нарушений правил конкурса, то мы обязательно добавим его на канал Марина GM. Работы мы будем принимать до 15 ноября 2015 года. Все правила конкурса еще раз будут оставлены в описании этого видео. В конкурсе будет оцениваться и ваше пение, и видео, которое вы снимете. Поэтому желаю вам хорошо постараться и удачи! Ну а теперь пришло время рассказать о призах, которые мы для вас приготовили. И когда я говорю «мы», это значит я, Елена Ангельвиль, Чеширский кот, Марина МДМ, Кэмет Алекс и Наташка Тельняшка приготовили для вас свои призы для этого конкурса. И как вы понимаете, общий призовой фонд просто огромнейший. Когда разыгрывается столько кукол, то выиграть есть все шансы. По традиции, первые 3 места будете выбирать вы, зрители наших каналов. Здесь победят те, кто наберет большее количество ваших голосов. За первые 3 места тоже будут куклы.
Победитель первого места получит просто шикарнейшую куклу-астронову со станции левитации. Приз за второе место – потрясающая Нефера Денил в красивом королевском аутфите из коллекции «Буйорк-Буйорк». И приз за третье место по количеству лайков – это милашка Маусета Скинг из мультфильма «Буйорк-Буйорк», которая, кстати, и является одной из главных персонажей этого мюзикла. А также в этом конкурсе будет моя личная призовая номинация, где победителя буду выбирать я. Независимо от ваших комментариев, лайков, я выберу ту работу, которая понравится мне больше всего. Ну а приз, который подготовила для вас я, это девочка крылатая с большими глазами из коллекции «Буйорк-Буйорк». Я думаю, вы уже догадались, что это красавица Луна Мотиус из коллекции «Буйорк-Буйорк». Этот мотылек отправится к тому, чья работа понравится мне больше всего. Ну а чтобы узнать, какие призы приготовили для вас другие блогеры, вам необходимо пройти по ссылкам на их каналы, которые я оставлю в описании под этим видео. И не забудь подписаться на канал каждого из организаторов этого конкурса. Наш конкурс международный, то есть в нем могут принимать участие жители всей нашей необъятной планеты. В случае победы доставка приза будет совершенно бесплатной. Я вас верю! Желаю вам всего хорошего, удачи и творческого вдохновения. Всех люблю. Пока-пока.